В предыдущем видео о планировании трассировки мы посмотрели некоторые приемы, которыми можно воспользоваться, чтобы указать порядок и маршруты прохождения будущих трасс. На этой плате у меня сейчас есть несколько проводников, которые расходятся по технологии дерева с указанием средних точек T-Point. И будет группа проводников, которые будут проходить микросхемы DDR памяти последовательно слева направо, что соответствует технологии Flyby. Сейчас я их разведу, и мы посмотрим, что потом с ними можно сделать. Итак, проводники разведены. Сейчас мы будем их выравнивать. Начнем с того, который расходится деревом. Это у нас цепь А3. Мы будем стараться так, чтобы расстояние от разъема до каждой микросхемы памяти было одинаковым. Заходим в Constraint Manager. Electrical, Routing, Relative Propagation Delay. Находим А3, создаем пары пинов. В исходном проекте у меня было гораздо больше микросхем памяти, сейчас у нас только 4 из них. Выберем необходимые нам. Вот у нас разъем. Также у нас используется микросхема U9. У18, 14 и 5. Можно было бы создать, например, все возможные варианты, отмечая вот эту галку. Сейчас же делаем так. Появилось 4 пары. Создадим из них матч групп. Тут программа сразу нашла самый длинный проводник, взяла его за таргет, цель. Допуск сейчас указан в процентах. Можно указать диапазон в привычных миллиметрах. Можно задать целью какой-нибудь другой проводник из группы. Тогда выравниваться будут все по нему. Можно сбросить. После этого сделать опять анализ. Не всегда срабатывает корректно. Возвращаемся в топологию. Выбираем инструмент по выравниванию длин. Заходим в настройки. Проверяем, что все указано как нам надо. У нас появляется тут же линейка, показано попадание длины в диапазон. Можно попробовать сразу общий участок выровнять. Заходим в Constraint Manager. Обновилось. Все нас устраивает. Ту же самую операцию проведем со второй группой цепей. Там у нас есть А15. Зададим правила между крайними микросхемами, например. Пусть это будет U9 и U5. Следующая цепь у нас А14, А11 и А4. Также создадим матч групп. У нас все выровнено. Сделаем допуск построже. Также испортим специально
топологии. У нас цель осталась той же. Выставим ту, которая подлиннее. Теперь попробуем выровнять. Так как у нас правило задано на расстояние между микросхемами, то попытки выравнивать участок до них никакого эффекта не будет иметь. Так, посмотрим, что у нас еще осталось. Нет, нет, тут этот проводник. Да. Возвращаемся в Constraint Manager. Осталось еще немного. Осталось цепь. А15. Вот она. Так, готово. Все зеленое, все, что хотели, мы выровняли.